Всем приветик! Мы приехали в торговый центр забирать велосипед Ксюши с ремонта, потому что у нее там были проблемы с переключением скорости. И... Всегда смеется над тем, как я разговариваю. Так как велосипед новый, узнаем, куда заехали. У нас страховка. Не страховка, это гарантия. Длина на прошлой неделе, чтобы нам отремонтировали. Сегодня забираем. Как раз сегодня нужно Ксюше в обед ехать на велосипеде, потому что в 3 часа у нее начинается школа. И автобус в это время не едет, поэтому она поедет на велосипеде. Тут никого нет, пусто. Парковка пуста. Только 9 часов, по-моему, утра или полдесятого, около 10 часов. Заберем велосипед, поедем за продуктами. Всегда так вкусно пахнет, потому что здесь азиатский ресторан. При входе пахнет очень вкусно. И чики. Все, забрали велик. Полностью нам его проверили. Тормоза починили, все починили. Еще купила такие вот перчатки ей, потому что сейчас холодно, а у нее нет перчаток. Все. Поехали. Овощи, фрукты набрали. И теперь нужно что-то для школы. Как всегда, булочки. Такие вот они булочки любят. Нет, не такие, другие вот эти. Эти булочки. Вот такие булочки. Это вафельки. Все. Мы взяли тележку поменьше, чтобы слишком много не брать лишнего. Но, в общем, оно у нас все равно полное получилось. Закупились, загрузились. Поехали домой. 11 часов. Мы не завтракали еще. Уже обед. Хочешь? Не хочет. Мы уже дома. Буду разбирать сумки. Здесь все овощи, фрукты. Взяла я вот такие вот. Не знаю, фрукты или что. У нас они называются личис. Вот такие. Нужно снимать эту шкурку, и внутри ягодка. Она, в принципе, легко чистится. Прям так вот ее. Ой, брызгается. Ну это, мне кажется, на любителей не всем нравится такой вкус. Мне виноград напоминает немного. Так вот снимаем. И все. Такая вот штука тут. Внутри вот такая косточка остается. Самого фрукта очень мало и в основном кость. Мара вернулась. Аппетит сейчас перебьешь. Одну съешь только. Я сейчас быстренько сделаю на обед лаваш с яйцом, с колбасой и с сыром. Здесь у меня уже яйцо с молоком. Лавашек что-то какой-то маленький купила. Он любит играть с этой кисточкой. Не знаю почему, чем она ему нравится. Он прям как собачка за ней бегает. Кс-кс-кс. Там сейчас. Кс-кс-кс. Смотри, Филя, Филя. Филя. Папа. У нас не кот, а собака. Наливаем. Ой, наш лавашек. Так, вот. Так, теперь мы переворачиваем и сюда кладем. Тебе просто сыр? Угу. Купила вот такой вот сыр, килограмм целый, так даже дешевле. Такой огромный. Да. Чем покупать там по 300, по 400 грамм, сразу килограмм. Дешевле. Так, теперь берем. Ты без колбасы, да? Нет. Кладем вот так вот. Мне нравится колбаса, но не так. Так. И теперь нам нужно сложить. Вот так вот. И вот так вот складывайся. Опа. Все, немножечко сейчас подержим, чтобы сыр расплавился. Наверное, все хватит. Да, уже сыр он течет. Сыр течет. Thank you.
приятного аппетита. Кто, если еще кто-то хочет, берите. Мама, еще? Да, у меня тыква еще осталась. Полтыквы осталось еще. Да? С сыром. С сыром? Что с сыром? Нет, только с колбасой. Ну, вытащи колбасу, ешь с сыром. Хотела я показать. В комментариях задают вопросы, для чего я делаю восковые салфетки. Например, вчера резала я тыкву. У меня осталась половинка. Ее нужно убрать в холодильник, да? Чтобы она не обветрилась, ее нужно чем-то закрыть. Обычно, как мы делаем, да, пищевой пленкой заматываем, убираем в холодильник. Но я делаю вот такие вот салфетки. Это хлопок 100%, пропитывается пчелиным воском. Здесь еще древесная смола, дольше сохраняется, плесень не покрывается. Ну, конечно, там через какое-то время она испортится, но лежит в холодильнике намного дольше, чем вы покроете, например, пищевой пленкой. Я сделала себе такой большой кусок. Здесь, по-моему, 40 на 40. Она такая жесткая немножечко, но ее, если в руках согреть, вот так вот подержать, она становится мягкая. Так как я только что достала с холодильника, она такая дубовая. Вот, если ее немножко так согреть ручками, она станет мягкая. Воск все равно пахнет, у него есть свой запах, но он не резкий, не вонючий. Продукты, они не впитывают этот запах. Я вот, например, хлеб заворачиваю. Вот, берем сверху вот так вот, накрываем. Вот так вот немножечко ее обворачиваем, прижимаем, и оно приклеивается. Можно вот так вот положить и вот так вот приклеить, чтобы, да? У меня упал пакет. У меня так лежит хлеб, сейчас покажу, и лимон. Лимону, кстати, уже больше недели, почти 2 недели он у меня так. Это я, знаете, экспериментирую. Он у меня уже в таком виде, в этой салфетке лежит больше недели, около 2 недель. Практически не обветрился, не потемнел, не пожелтел, видите. Подержу еще, посмотрю, насколько хватит. Салфетки эти можно мыть в прохладной, либо в холодной воде. Конечно, не в горячей, иначе она все растает, и воск от ткани отсоединится. Вот, ее можно мыть с мылом, хорошенечко промыть, высушить. Как бы это многоразовая салфетка, она не только один раз можно ее использовать, а много раз. Служит она до года. Вот так вот. Прям без пленки, без ничего. Просто завернула и в холодильник. Не знаю, сколько пролежит без холодильника. Запах хороший. Плесени нигде нет. Вот. Салфеточками буду заниматься. Вот здесь у меня уже готовые все салфетки. Я уже все их сложила, подрезала. По 3 штучки идет набор. Так, и мне нужно немножечко подрезать края, потому что кое-где есть, где торчат нитки, вот такие вот совсем чуть-чуть мне нужно подрезать и сложить. Вот получается вот такая, это 20 на 20 вроде, это 30 на 30 и вот такая маленькая. Везде мне нужно сейчас подрезать края. Видите, они такие вот некрасивые. Сложить это потом все и все. Сегодня едет отдавать свой плакат. Ты его будешь защищать или просто отдаешь? Просто отдаешь. Угу. На тему воды, да? Круговорот воды, да, получается? Вот эта штука прикольная. Ну-ка, как она тут открывается? Вот так. Вот она, гармошка такая. Упс. И вот так вот. Упс. Потом вот здесь вот она текст написала. Большой. Я тут еще наклеила. Здесь тоже текст. Здесь тоже. И здесь. В общем, сейчас она его поедет отдавать. Все, ты до скольки? 4. До 4. Что-то. Отдай. Я запланировала делать макароны, поэтому буду сейчас сначала делать начинку, ганаш шоколадный. У меня шоколад 52% какао. Вот, и сейчас я нарежу на кусочки, на мелкие.
залью сливками, добавлю сливочное масло и оставлю до вечера. Может быть, даже до завтра, не знаю, как стабилизируется, посмотрим. Вот, а потом буду выпекать. Сейчас сначала растопится шоколад, потом уже добавим масло. И перемешиваем, пока не растопится масло, и убираем в холодильник. Перешла я в комнату. Там так шумно. В общем, ребят, хочу поговорить с вами на одну тему. Под каждым видео пишут комментарии, почему мы так редко снимаем, почему девочки не снимаются. Первая причина — это возраст, интересы. Они уже подросли, уже не те маленькие девочки, которые раньше снимались, веселились, которым было интересно и весело снимать видео для вас. Девочки растут, взрослеют, интересы у них меняются. И я считаю, что я не вправе их заставлять сниматься во влогах, если они не хотят, значит... Я этого не делаю. Это их личное пространство. Я не имею права это нарушать. Вторая причина, это я так думаю, они мне, конечно, не говорили, но я так со стороны просто это замечаю. Считаю, что по этой причине они тоже не хотят сниматься. Каким-то образом в школе узнали, что у них есть каналы. В другой школе тоже знали, когда нашли клип, где они пели песню. Ну, видимо, там как-то не особо на это обратили внимание. Вот, каким-то образом узнали сейчас в новой школе. Видимо, кто-то там один сказал, другой другому сказал, второй третьему сказал. И вот эта вот информация облетела. И... Я так понимаю, девочки не хотят. Я не думаю, что кто-то их там обижает, потому что они мне сказали, да, если кто-то их дразнил или еще что-то. Хотя был один мальчик в классе, который как-то задевал по этому поводу насчет видео. Конечно, ничего там толком не понимал, но все равно как бы ты смотришь, ты видишь, что происходит. Может быть, что-то как-то он говорил, может быть, как-то дразнил, подшучивал. Она мне сказала только вот то, что он видел наши влоги и, в общем... там что-то там говорил ей. Я так понимаю, причина тоже в этом, что ну, не хотят они показывать свою жизнь на всю школу. Им это не нравится. Это, как сказать, раньше мы снимали спокойно, потому что нас никто не знал. Да? Когда ты живешь в другой стране, плюс эта страна не говорит на том языке, на котором мы говорим, да? Поэтому нам было проще. Ну, и я их понимаю. Видимо, им как-то неловко и не хочется, чтобы кто-то смотрел на их личную жизнь, да, чем они занимаются, как они там в пижаме дома ходят, как они там, не знаю, с грязной, нечесанной головой. Там было все нормально до того момента, как в школе узнали. Поэтому, ребята, надеюсь, вы отнесетесь к этому с пониманием. Поэтому видео выходит реже, девочек показываю реже. Как бы где-то, может быть, мельком они появятся, что-то там скажут, покажут, все, как бы. Но нет, не будет. К сожалению, скорее всего, уже не будет таких влогов, как раньше. Я не говорю, что мы забросим влог, что никогда больше снимать не будем. Но каждодневных влогов точно не будет, потому что, ну, снимать нечего. Как бы. Дни у меня моментально пролетают. Чем я занимаюсь? Я... Стою на кухне, очень много я занимаюсь с Максом, с Каролиной, мы делаем уроки, мы занимаемся, мы читаем, пишем, мы рисуем. Ну, в общем, также я занимаюсь сейчас своим делом, своим маленьким бизнесом, который я хочу открыть, который еще только на стадии открытия. Как бы это тоже занимает очень много времени, как я там сижу, делаю эти формочки с гипса. Ну, показывать это каждый день, ну, просто неинтересно. Вот сами представьте себе, буду я показывать каждый день одно и то же. Один раз, не знаю, несколько раз в месяц можно это показать. Но каждый день это будет просто, я не знаю, для чего, к чему. И если у нас происходит что-то интересное, если мы куда-то едем, там, вот, например, поехали кататься... на сноуборде, там, в горы. Я всегда спрашиваю у девочек, можно ли их снимать. Хотят они там, можно ли это показать, то показать. Как бы я у них спрашиваю разрешение. Такие видео, конечно, снимать мы будем, да. Но, может быть, раз в неделю видео будет выходить. Сегодня снимаю влог, сегодня влог домашний. Вот, как бы, ну, периодически будут выходить такие видео. Либо домашние, либо мы куда-то поедем. Как бы, если кому-то неинтересно уже смотреть канал, подписывайтесь. Не нужно писать в комментариях, что вот мы такие плохие, что мы уже стали неинтересны. Ну, если неинтересно, если мне какой-то блогер неинтересен, я просто молча отпишусь. Я никогда не напишу ему что-то плохое, что вот он такой неинтересный, видео просто ужасные. Зачем? Зачем это писать? Просто отпишитесь. И все. Что вы хотите этим доказать? Как-то, не знаю, обидеть нас или еще что-то. Ну, вы нас этим не обижаете.
Я читаю комментарии, есть такие комментарии, что пишут, вот, вы неинтересные, вы скучные, там, все, вы там меня разочаровали, вы раньше снимали много, сейчас мало, я от вас ухожу, отписываюсь. Ну, хорошо, вы написали, вам легче, наверное, стало. Мне от этого плохо не стало, я как бы принимаю ваше решение, вы захотели, отписались, подписались, кто-то подписывается, кто-то отписывается. Грустно, что больше не получится снимать таких видео. Посещали такие мысли, знаете, бросить все, больше не снимать, но руки просто сами тянулись к камере, потому что все-таки столько лет снимаешь, и ты к этому привыкаешь. Я, скорее всего, на 100% не могу забросить канал. Все равно буду снимать, но вы уж извините, уже пореже. Когда-нибудь, наверное, это случится, я не знаю, не будем же мы снимать до самой старости, хотя, кто знает, может быть, и до самой старости будем снимать. Но те, кто хочет уйти, уходите. Уходите молча, красиво, просто нажимайте на кнопочку, отписывайтесь и все. Те, кто хочет остаться, мы будем, конечно, очень рады. Ребятки, всем вам спасибо, всем спасибо те, кто с нами, кто нас любит, кто нас ждет. Вот, и мы не прощаемся, да? Мы не прощаемся с вами. Ладно, все, пошла я, потому что там сейчас у меня разгромят всю квартиру. Вот, пришел один друг. Шума, как будто бы там человек 10. Время ужина. Давай, пауза, все, убирай. Время ужина, и сегодня у меня пюре картофельное. И нашла один рецепт в Инстаграм. Сейчас покажу. Цветная капуста. Цветная капусточка здесь... Эти панировочные сухари, специи разные, там соль, перчик, паприка, оливковое масло. Это все обволакивается в эти сухие ингредиенты, потом оливковое масло. И сейчас в духовку на 220 градусов, не знаю сколько минут. Ну, в общем, она должна получиться хрустящая такая в панировочных сухарях. Так, ну что, вот что у меня получилось. Чуть не передержала, видите, уже начала немножко подгорать. Нужно какой-нибудь соус к ним. Майонезик с чесночком, с зеленью и все. Пюрешка тоже готова. Сделаю еще сейчас салатик и будем ужинать. Попробовать. А, здесь еще крахмал, кстати. Крахмал. Столовая ложка крахмала. Столовая ложка паприки. Ложка сушеного чеснока. Немножко перчика острого. Вкусно получилось. Капусточка, салатик. Здесь рукола, салат айсберг, помидор и болгарский перчик. Приятного аппетита нам. Я не знаю, где острый соус. Зубки почистили. Пойдем. Это рыбка. Макс, нет, это не пижама. Это не пижама. Ксюша им читает каждый день. Сказки. Ну, как раз сейчас то, что осталось, дочитаешь и спать. Уже поздно. Все. Открываемся. Губки намазала? Губки намазала? Руки? Гумпи унтергайстерjäger. Gute Mitternacht ruft Гумпи den anderen Geistern auf dem Geisterbahn. Время у нас уже 3 часа ночи, без 10:03. Буду отдыхать. Всем спасибо за просмотр и пока. До следующего влога.